Я нахожусь в легендарной тон-студии Мосфильма, точнее, пока еще на крыльце тон-студии. Сегодня мы работаем над сведением трека вот этого вот крутейшего музыканта, гитариста Дэна Катасонова. Дэн, давай, проходи. Добро пожаловать, друзья. Давайте мы начнем с того, что вот покажем вам вестибюль тон-студии. Смотрите, здесь иконостас, все завешено крутейшими всякими дисками. Да, вот у нас чехлы для контрабасов. Вот этот вот знаменитый коридор, который ведет на студию. Все просто увешано, все стены легендарными платиновыми альбомами, которые здесь записывались. Ну, на самом деле, шутки в сторону, здесь записывалось очень много крутой музыки и для кино, и для, ну, и как бы поп-альбомы, и рок-альбомы легендарные. Я сам здесь писался не раз. Мы здесь с «Ночными снайперами» писали альбом. Вот, кстати, дверь в большую тон-студию уже закрыта, к сожалению. Но мы сейчас пройдем в, ну да, в маленькую тон-студию, где происходит попсовая, процесс сведения. Да. Кстати, сводит сегодня альбом кто? Легендарный музыкант. Софья Кругликова. И Олег Грановский. Олег Грановский, да. Наши легенды рока. Да. Наши все. Подслушайте, я так не понимаю. Могу вас. Они будут. Бас через сансамп? Перегруз. А он его достает. Вот эту штучку он достает. Ну ничего страшного. Нет, ничего. А если пошире немножко вот эту частоту? Чисто покажите. Давайте не показывайте. В смысле? Нас аналоговый выставит. Нет, сансамп — это крутой аналоговый процессор. Причем. Промнем чуть-чуть, да? Промнем, да. Можно на месте промнем? Чуть-чуть. Пошире и побольше. Ага. Это у нас дисторшн. Нет, сначала дисторшн мы включаем. Включаем, окей. Да, сначала низ. Низ. У нас... А мы как его добавляем? Барабаном или отдельно? Пока. Вот отдельно. А мы потом будем его грубо. Окей. Тогда мы потихонечку заводим туда. Находимся в еще одной комнате. Здесь на самом деле комнат для записи очень много. Все они соединены вот с пультовой, где мы были. Здесь комната для записи гитары, фортепиано и вот даже Хаммонд здесь есть крутой. А Денис сейчас вот нам расскажет вообще. В данной композиции Хаммонд мы, конечно, не используем, но хотя бы рядом с ним посидеть. Да, это уже круто. Потрогать его и понажимать. Друзья, хотел бы немножко рассказать о том, что здесь сегодня будет в легкую происходить. Да? Сегодня мы пишем песню инструментальную в рокового стиле направлении, которая, так сказать, призвана поддержать вышедший альбом «В четырех стенах» Денис Катасонов. Да, у Дэна вышел альбом недавно, уже сольный. Доступен на всех цифровых площадках, ага. И все такое. Там спели очень крутые солисты, легендарные просто музыканты приняли запись. Да, если кто не знает, участие Михаил Серышев, Алексей Булгаков, Артур Беркут, Александр Ренегат Леонтьев из «Короля и Шута», Дмитрий Варшавский. Олег Грановский бас везде прописал. Костя Грим, да. Ксения Коробкова и многие другие. Вот такой диск. Мы сводили его и записывали здесь, на Мосфильме. Угу. И сегодняшнюю песню мы таким образом... Ну, мы делаем в том же составе. Соня
Кругликова, Али Грановский и я, вот мы сводим. Mm-hmm. И также вот мы сводили альбом и решили вот пригласить вас, показать вам, как это все делалось, как это, ну, скажем так, на кухню, да, на нашу. Да, бэкстейдж. Бэкстейдж небольшой. Сейчас вот, они как бы, бочку сводят. Добро пожаловать, прошу любить и жаловать. Да. Альбом на всех площадках, обязательно надо послушать. Ссылку в описании оставлю. Вот в этой маленькой комнатке находится, вот как вы думаете, что это за ящик? Это Plate Reverb. Собственно, вот такой вот он огромный, просто шкаф такой, похож на комод какой-то. Здесь внутри вот это вот как раз тонкий-тонкий лист железа, собственно, который работает как Plate Reverb. Вот Штудер, тоже легендарная машина, которая является 16-дорожечный магнитофон звукозаписывающий. Вот на такой писали раньше, да и сейчас пишут по старинке некоторые. Вот, собственно, ну здесь куча конвертеров и прочего, и прочего. В общем, Мосфильм не просто легендарная студия, не просто так. Она, конечно, упакована, здесь есть и все самое современное оборудование, так же, как и весь такой раритет, old school, все в рабочем состоянии. Ну что ж, финальная стадия, трек сведен. Сейчас у нас мастеринг. Пропускаем через ленту. Это не мастеринг. Не мастеринг? Конечно. Мастер-тейп. Окей, мастер-тейп. Вот звукорежиссер меня поправляет. Пишем готовый микс на ленту. Лента сатурирует, компрессирует естественным образом. В общем, звук ленты, как правило, всем нравится, поэтому вот это вот и происходит. Наблюдать за работой легенды, Али Грановский, легенда российского рока. Я ходил на концерты еще в конце 90-х и фанател. Скажите, вы довольны сегодняшним в итоге сведением? Удалось добиться звука нужного? Добиться. Дело в том, что мы ограничены во времени, всегда, конечно, такие провисания есть, частотные, балансы и так далее. Ну, насколько я понимаю, что получилось, по всей видимости. Отлично. Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться, да, познакомиться.